Когда в программе Adobe InDesign делается package, он всегда выглядит именно так. У нас есть все необходимые шрифты, если они были установлены. У нас есть PDF. По умолчанию вот он открывается вот так противно, непонятно. Поэтому я каждый раз выставляю в свойствах. Для этого нужен Adobe Acrobat Pro. Надо его установить. Он есть, это не проблема у нас. Двойником титульный лист. Вот именно этот режим. Окей. Сохраняем. Закрываем заново. Вот и теперь получается легко и быстро переходить. То есть надо проверить, все ли здесь хорошо. Ничего ли не уехало, не остался ли какой-то мусор. Мусор тут есть. Вот, потом в конце концов надо будет проверить, совпадает ли оглавление со страницами, нет ли тут ошибок, все ли указано, все ли в порядке с иллюстрациями. Вот клан титул Амару я бы, пожалуй, немножко развернул, наверное. Потому что тут, во-первых, в конце уже не Амару. Вот. Следить надо за всем. Вот у нас получается здесь один кегель колонтитура. Вот здесь уже другой. То есть это ошибка. Это ошибка. Здесь надо все обновить, проверить. Куда ведет ссылка, действительно ли Сергей редактор этой книги или кто-то другой, номер заказа, дату подписания в печать, шрифты здесь остаются, значит, наука остается, издательство, возможно, поменяем на Алитею. Тут надо с Аленой советоваться. Ну вот он, крупный, красивый наш бык. Наш тигренок, тигрик. Отлично, красота в виде фигуры. Да, наша шахматная пешка. Но я не уверен, что есть смысл это оставлять вот настолько вот с краю. То есть, да, то есть как бы теснить. Я понимаю, что здесь иначе тогда разобьется вот это со стихами, переползет на следующую страницу. Но это, возможно, не такая проблема. Тогда, может быть, уменьшить саму фигурку, чтобы все-таки было больше расстояния до краю. Да, здесь просто красота неописуемая. Еще вопрос, возможно, надо будет сделать под этими крупными иллюстрациями все-таки надписи в конце список иллюстраций. Это надо посоветоваться с художниками. Значит, здесь я сюда дозалью стихи. Вот тоже, например, скачет. То есть с этим всем надо следить. Я могу что-то проглядеть. Здесь заголовок надо оформить иначе. Я оформил как можно быстро, но быстро не значит хорошо. Надо убедиться, что все стихотворные размеры, куда они ведут, чтобы они работали. Действительно ли учел основные стихотворные размеры? Вот здесь, например, некрасивый перенос. С ним что-то надо придумать. Возможно, перенести вместо двух строчек на четыре строчки. То есть ровно посреди, Enter, Enter, чтобы не получилось три. Три это ни туда, ни сюда. Вот. Возможно, в конце каждого раздела какую-нибудь просто полосочку. То есть без каких-то рисунков, а просто вот конец раздела как-то обозначать. Вот, уже пора работать над титулом. Титул некрасивый, пока лысый. Лысый титул. Уже пора выставить знак серии. Убрать вот эти большие цифры. Они сейчас здесь, ну, не знаю, мне они больше раздражают, чем помогают.
Значит, и вот сейчас мы выдадим, значит, для того, чтобы уши могла составить вон такую красоту, указатель начала строк мы берем и копируем. Значит, вот у нас такой вот стих, первая строка, мы его берем и копируем. Получается каша. Значит, из Adobe копировать что-либо в Devanagari невозможно. Поэтому мы идем в исходный файл. Значит, их тут два получается. Современный индизайновский на 6 мегабайт. И если вдруг он не открывается, то для более старых версий индизайна сработает вот этот маленький, который 10 раз меньше. Но в нем могут быть незначительные потери. Могут быть. Чаще всего для наших задач нет потерь. Итак, идем в современный, потому что мы все работаем плюс-минус в одной версии дизайна. То есть, если InDesign будет хоть на, там, на месяц более ранний, более, скажем так, старый, то он не откроет этот файл. То есть, это вечный головняк с InDesign, чтобы была версия, одна версия у разных людей, которые работают над файлом. Ну, да, у меня он сейчас крутится достаточно долго. Последняя версия Adobe InDesign стала громоздкой. Adobe InDesign не предназначен для верстки книг, а тем не менее все книги, большая часть книг сейчас верстается именно в нем. Не имеет даже элементарные какие-то вещи, необходимые для верстки научных книг, и приходится все время что-то придумывать, изворачиваться. Вот на что-то ругается. Modified links, don't update links, пусть будет don't update. Так, каких-то шрифтов не хватает. Это тоже время от времени бывает. То есть можно было бы заменить, но сейчас я не буду тратить время. Значит, вот здесь у нас связи. Там, где желтые, там связь оборвалась. Значит, у меня в том месте, где он хотел бы, не лежит файл серп. Серьги, это действительно так, а нет, не серьги, а именно, значит, на первой странице знак серии. В общем, это потом можно восстановить, сейчас на этом мы не тратим время. Итак, что мы можем сделать? Две вещи. Можно вот в самом InDesign, наверное, так даже будет удобнее всего, ну вот копировать начало этих строк. Вот, значит, у нас 66-я страница и вот такая вот строчка. И теперь красота. Значит, мы купим это в текстовый редактор, например, M-Editor, чтобы не оставались никакие там оформительские штуки. 66-я страница. Пишем нашими привычными цифрами. Так. То есть видно, да, что здесь на самом деле беда с Devanagari, но это самый все равно лучший редактор для Devanagari. В общем, значит, можем так, значит, нажать Tab 66. Так, дальше идем. И так по всему сборнику. Везде, где есть какой-то санскритский стих, мне нужно знать, на какой он странице. 66. Вот. То есть один вариант это в самом InDesign. Другой вариант, значит, когда я говорил про package, то есть когда нужно послать кому-то полностью целиком файл, чтобы все у него открывалось, шрифты все работали, вот это делается через package. Вот. И теперь сделаем export и сделаем как раз вот не Adobe PDF Print, как мы обычно делали, а HTML. HTML. Попробуем HTML. Папку документы. Так. Папку документы. Окей. Ругаться на то, что знака серии нету. Вот он открылся в виде текста, да? То есть, ну, неплохо, но мы здесь не видим, какие у нас номера страниц. Да? То есть отсюда тоже можно копировать. Но мы здесь не видим номера страниц. Можно, конечно, открыть тогда PDF-ку и смотреть, на каком же, на какой же странице. Но я думаю, что быстрее, наверное, поставить InDesign и копировать отсюда. Вот для каждой книги стихов
нужен указатель начала строф, который уши потом вручную будет сокращать. Она будет половину убирать, именно вручную, там невозможно автоматизировать. Вот. Вот такая вот задача. Спасибо.